Наши девушки в своем стартовом чемпионате уверенно держатся в центральной части турнирной таблицы. Котельники же входят в тройку лидеров. При этом команда гостей создана на базе специализированной школы Олимпийского резерва. Конечно, играть с такими соперницами непросто. Заканчивается первый круг, мы в середине таблицы, но отрыв небольшой. Шансы есть побороться за призовые места. Но команда первый год существует, поэтому больше мы сейчас наигрываемся, чтобы понять, что представляют из себя они. Команда прогрессирует, на глазах прогрессирует. И сегодня вот одним из лидеров дадим бой. Первая половина матча прошла в примерно равной борьбе. Обе команды играли остро, много атаковали, показывая открытый футбол. Вообще, учитывая, что средний возраст одинцовских футболисток едва превышает 16 лет, их вполне зрелая игра вызывает еще большее уважение. Уже сегодня отчетливо заметно, что у женского футбола в Одинцово отличные перспективы. На перерыв спортсменки уходили при счете 1-3 в пользу гостей. Такой перевес можно считать минимальным. Девчонки пашут, приходят, у них это удовольствие, радость, они безумно любят футбол. Есть потенциал, команда через, если она год только существует, уже прогресс большой виден, то через, в следующем году они будут за чемпионство бороться. По окончании перерыва казалось, что основная борьба в матче еще впереди. Однако после досадной красной карточки наша команда оказалась в меньшинстве, и судьба игры была предрешена. Во втором тайме на 5 пропущенных голов мы смогли ответить только одним. Чемпионат продолжается. Следующий домашний матч наши девушки сыграют 14 февраля с футболистками из Сергиева Посада. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».